Привет, пассатоводы! Перед нами Passat B3. А вы знали, что в Passat B3 есть скрытые функции? Их немного, но они есть, и мы вам их сейчас покажем. Одна из этих функций называется Parktronic. Затянули ручник, и с помощью интересной кнопки, вот она есть в каждом Passat, нажимаем ее два раза, один раз и второй раз. И идем смотреть, что случилось с передними колесами. Вылазим с автомобиля и видим, что наше левое колесо смотрит влево, а наше правое колесо смотрит вправо. Ищите данную функцию и в своем автомобиле. Возможно, и она у вас тоже есть.